Здравствуйте еще раз, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афроманго Мукбанго. Вечерний мукбанг. Поздний. Так, у меня здесь зефир, как вы видите. Баночка сметанок, сметаны. Варенье казахское. Малиновое. Буду мешать варенье со сметаной. И в прикуску кушать зефир. Вкусненько, да? Да. Думаю, что-то почитать чуть-чуть. Ладно, поем, почитаю. Вареница. Называется сметанный йогурт, да? Самодельный. Какой йогурт? Да я шучу. Ты уже это неоднократно называл. Снизу вверх. Снизу вверх. Красивая красота какая получается. Полкило, да, сметаны? Ну, уже отъел, уже меньше. Сейчас покушаешь, потом взвесим тебя. Вместе со сметаной. Хорошо. Ну что ж, десерт готов. Цвет такой же, как у зефира. Ну, похож чуть-чуть. Этот розовый, а этот сиреневый. Светло-сиреневого цвета. Бодненько. Кушайте. Какая вкуснота. Такой десерт может любой сделать. Любая сметана, любое варенье. Просто соединить варенье со сметаной и размешать. Любой зефир. Да, в холодильник потом убрать. Thank you.
скажи, это я люблю. Да, это я люблю, да. Мама подсказывает. Это я люблю. Ты знаешь, что ты любишь? Просто сказать не можешь. Потому что ем. Рот занятый, да, я их. Сметану с вареньем. Отпад, да? Ласточки летают. Вкуснотища. Очень вкусно. Очень. Ой.
Очень вкусно. Вот теперь чуть-чуть почитаю анекдотиков. Маленькая девочка, 7 лет наказана, спрашивает из-за угла: «Мам, тебе не кажется, что ты меня как-то неправильно наказываешь?» «Нет, а зря. Вот смотри, стоит ребенок в углу и плохо думает о родителях. Тебе это надо?» «Сынок, вот обои, клей давай. Что с ним делать? На стену себе добавь». Дебил. Хозяйка гостям: «Угощайтесь, не стесняйтесь». И вдруг маленькая дочка выдает: «Мам, ты неправильно говоришь, надо говорить, как у нас в детском саду: дома будете есть, что хотите, а тут жрите, что дают». Да. Отводи детей в сад. Да. Чтобы такое слышать потом. Внучка 4 года вырезала ножницами кружочки из цветной бумаги. Раскладывает их на столе. «Риточка, сколько кружочков вырезала? Давай посчитаем», предлагаю я. Она считает: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. «А где 6? А где же 6? Ой, я забыла вырезать». Я его забыла вырезать, да. Ребенок 9 лет рассказывает, что в школе проходили синонимы. Домашнее задание: придумать
синонимы к словам. Бегемот, гиппопотам, например. Так это чудо природы на красный пишет Октокторп FF40. Зря мы, наверное, позволили ему столько времени за компьютером сидеть. Все дети как дети, а в магазине то игрушку, то конфету просят, а мой заорал: пап, купи хлебушка. Да. Голодный ребенок. Ага. Хлебушка купи, да. Взял. Чего ты читаешь? Это что ли? Да. Все. А ты правда ко мне из сказки пришел, да? Угу. А из какой? Из доброй? Выгнали. Да. Выслабляется. Ага. Ну что ж, надо отдыхать. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Подписываемся еще раз. Здоровья, счастья, удачи. Всего самого хорошего. До следующего мукбанга. Все. Увидимся. Заходи, если что.